16 декабря наши коллеги отметят день рождения. Радиостанции «Таван Радио» исполняется 3 года. Слушателей ждет немало сюрпризов, а главным станет новогодний музыкальный иллюзион «Сказка». За кулисы готовящегося шоу заглянула наша съемочная группа. Летающие столы, исчезающие предметы и чудеса перевоплощений. Каждый желающий сможет окунуться в таинственный мир магии и фокусов. А кроме этого, услышать любимые песни в исполнении самых популярных звезд чувашской эстрады. По секрету расскажем, с артистами будут происходить необъяснимые вещи. Они будут летать, они будут исчезать, они будут появляться. И во всем этом будете принимать участие вы, наши дорогие зрители. Такое шоу в республике готовится, я думаю, впервые. С таким количеством артистов, с таким оригинальным жанром. И мы уверены, что вам это шоу очень-очень понравится. Развлечения, конкурсы, призы и подарки. Без этих составляющих невозможен ни один день рождения. У гостей праздника есть возможность выиграть суперприз от партнера проекта «Автомобиль». Новогодняя сказка начнется 16 декабря в 18:30 в ДК «Тракторостроителей».